Назад приходится отдать передачу Кэмерону. Американцы пошли вперед в начале дополнительного времени. Значит, у бельгийцев есть пространство в центре поля и на чужой половине. Вот он вышел на замену Лукаку и избавляется от опеки соперника. Он совершенно свободен. Здесь входит в штрафную с правого фланга. Опасный момент. Лукаку не очень удачную передачу делает. Де Брюйне. Удар в дальний угол. 1-0 на 93-й минуте. Может быть, не очень удобную передачу сделал Лукаку. Может быть, не сразу мог пробить Де Брюйне. Но и ничего. Де Брюйне мяч обработал себе под удар. Прокинул и пробил в дальний угол. Лукаку with his first touch. Oh, he's trying to get in for De Bruyne. De Bruyne might still get in here. And does! And finally, Belgium have the goal. 19 years of age. Bradley. Look at Bradley.